Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кей-поп. А сейчас реагирую с небольшим запозданием, за что извините меня, пожалуйста, стои дорогие, на песню группы Stray Kids. Песня называется The Sound. Это их японский альбом и, соответственно, титульный трек. Японский альбом, он выйдет в феврале, по-моему, 22 числа, если ничего не путаю. И вот эта песня там будет заглавкой. Там еще будет несколько новых вещей и, разумеется, несколько японских версий их известных достаточно корейских релизов, например, K143 и так далее и тому подобное. В общем, тут парни просто решили заранее выпустить клип, они еще эту песню еще раньше представили в начале года. Ну вот, пожалуйста, клип тут что, я затупил, я не знаю, я был очень занят, все, извините, ничего не было, не обращайте внимания. И тот факт, что выходит только 22-го альбом, дает надежду на то, что песня еще какая-нибудь будет оклипина, потому что, вы знаете, Stray Kids — это такая группа, которая на практически все песни или на большую часть старается сделать клипы, за что мы им очень благодарны. Им и JYP, разумеется, потому что на это дают денег. Вот, молодцы, короче, отличный тандем, повторюсь. Вот, как-то так. Я еще не знаю цифры про альбомы, что там, как вообще хорошо продается Stray Kids в Японии или нет. Посмотрим потом, наверное, ближе уже к релизу альбомов. Ладно, товарищи, все. Перед началом реакции прошу вас поставить лайк, этого будет достаточно. И скажу спасибо людям, которые меня поддерживают на Boosty. В особенности Илье Просину, Шуре, Горш и Рекеру. Давайте же, 3, 2, 1, поехали! Бум! Сразу и такой желтый-желтый экран. Что там еще происходит? Звук, видимо. Потому что Sound — это звук переводится. О, хорошо. Ой, как басит-то, ёлки-палки. Какие ударные мощные. Тут уже не свалишь на новые наушники. Это просто стреи вдарили по басам. На фоне еще такая немножко мелодия. Пим-пим. Тоненькая. Опасненькая играет. Красивые эффекты. Простые пока что. Хотя нет, не местами не сильно простые. Она у них одновременно какая-то очень мощная и спокойная. Не знаю, как это описать. О, отличный переход из кадра в кадр. Во второй раз более внимательно посмотрим. Вот это хороший момент в клипе, который еще под звук синхронизирован. Блин, он еще глючит, то появляется, то исчезает. Круто. Немножко добавили такого мягкого вокала. Ничего себе. О, очень красивый визуальный ряд. Я как-то уже моментально запомнил припев. Мне даже показалось коротковатой, хотя она 3 минуты 15 секунд идет ровно. Ну, 3 минуты 7 секунд. Типа такого. Это очень хорошо, даже весьма. Это очень мощная песня с отличным видеорядом. И я бы никогда не подумал, что это японская. Ну, в принципе, неудивительно. Stray, в принципе, как многие корейские композиторы и многие корейские группы, точнее,
Многие не подходят к японским релизам спустя рукава. Многие не делают для японцев то же самое, что для корейцев, тоже сильно, только сильно милашнее. Например, таким грешили, простите, тот же JYP, потому что японские релизы первые, по крайней мере, от Vice, они были чистая-чистая милота, очень простенькие клипы, такие няшненькие. Здесь, пожалуйста, мощный трек, отличный красивый видеоклип, красивее, на мой взгляд, гораздо, чем многие корейские последние треки, клипы, точнее, от Stray Kids. И, то есть, не поскупились ни на музыку, ни на визуал, вообще ни на что не поскупились. Молодцы, поздравляю, хвалю. Я думаю, эта песня должна иметь огромный успех в Японии. И альбом в целом. Потому что предрелиз — это очень хороший. Он должен побудить людей побежать просто, сломя голову, в магазины покупать. Давайте еще раз послушаем. Это прям... ух. Опять же, я не могу сказать, что это моя какая-то любимая песня Стреев, но очень достойная. Повторюсь, очень достойный релиз. И мощный. Какой здесь... какие здесь ударные прям. Ух. Она такая добавляющая мощи. Забавно, что здесь пианино, которое потом вступит позже. Оно будет чистое пианино, а здесь оно как будто слегка искаженное или на очень высоком... высоком диапазоне звучит. Короче, больше похоже на синты. Опять же, начать с рэпа. Из мощных ударных. Хорошая камера, отлично работает. Типичная роборука, JYP-шная. Блин, катрини. Переходы очень нравятся. Смотрите. Тут электрогитара вступила. Еще по это дело качается все. Остановка, парни. Здесь на фоне, слышите, эти такие, не знаю, как это описать, звук. Магический. Мистический. Интересно, им говорили, вот так сделают клевый жест, а потом что-нибудь туда дорисуем. Они так, хопа, и какой-нибудь клевый жест появлялся. Опа, этого делать не буду, у меня нет библиотеки клевых жестов, клевых эффектов точнее. Это хорошо. Когда не с самого начала начинается, не сразу начинается второй припев, а вот так. Все, вот теперь он включается. Вот это хорошо очень. Рапсодия, мелодия. И рифмы не хуже других. Давай, жги. Очень хороший кадр сам по себе просто. Визуально классно. То есть погас свет и вот такие силуэты. На фоне такого синего-синего, голубого, точнее, цвета. Света. Ух.
и звук высосали из этой песни. Замечательно. В конце, а не как-то иногда бывает. Вот здесь такой правильный припев, он такой мощный, он такой вдохновляющий. Вот так и надо делать припевы вообще песни. Молодцы, Стрей, как всегда. Почти как всегда. Как в большинстве случаев. У них иногда бывают, конечно, такие относительно проходные вещи. Но, как правило, на бисайдах с титульниками они меня практически никогда не расстраивали. По крайней мере, серьезно. Это прям хороший титульник, несмотря на то, что он японский, повторюсь. Молодцы. Все, товарищ, ладно, спасибо большое за прослушивание моей реакции, за то, что вы терпели, когда я болтал во время прекрасной музыки от Stray Kids. Напишите, что вы думаете в комментариях. Будем ждать новых треков. По крайней мере, клипов, точнее, клипов. Треки-то, понятно, появятся, когда появится альбом. А вот клипы интересны, будут или нет. Может быть, что-то еще мощное нас ждет. С хорошим клипом, хотя вряд ли, конечно, таким многобюджетным. Все. Всем спасибо, всем пока. Благодарю людей, которые меня поддерживают на Boosty. Кстати, и вам советую.